знаете, я тут вообще мимо не могу никогда пройти, потому что вот это дерево, посмотрите, как оно цветет. Кстати, такое же дерево я видела в Анапе, и в Сочи, наверное, тоже есть, и в Крыму. Вот такая красота. Сегодня у нас сколько градусов? Сейчас покажу. 15-11. Ой, долго так. Сколько же градусов? Ну, 32, наверное, было. По крайней мере, обещали 32. Вот такая жарища сегодня у нас. Сегодня у нас день переворота в России. Суббота, 24 число. Типа напали 24 февраля. И переворот 24. Не знаю, почему не показывают градусы. Странно. Ладно, пошла я, потому что я тут сейчас сварюсь. Бегом надо бежать. Набрала. У нас сколько набрала? Слушайте, не показываю. Да к чему доела, одно и то же вам показывать. И времени сейчас у меня нет это сидеть, это раскладывать. Все бегом-бегом делаю. Ну, вот такие вот цены. Особо они как бы не поменялись. Ну, тут одни, ну, одни скидки бывают. Там. У меня карточка еще дисконтная, у меня иногда. По 6 евро мне дисконт делают. 55,95. В прошлый раз 6 евро был дисконт. Ну, она у меня такая накопительная. 55,95. Да, не знаю особо. Ну, насколько... Ну, конечно, сейчас уже сравнивать с тем, что было, невозможно. Сейчас я... Что же теперь сделаешь-то? Поменялась жизнь. Ну, зато, знаете, зарплату-то ведь тоже повышаю. Нам же зарплату повысили. Надеюсь, я не знаю, сколько процентов точно, но на чуть-чуть повысили. То есть, как бы компенсировали. Это, знаете, у кого как. У кого какой начальство, у меня так повысили. У Лёши тоже повысили. Ну, если в других местах не повысили, то я откуда знаю. Ну, ладно, давайте. Показывать, что купила. Да как, что-то. Там вот иду. Я могу, знаете, дома просто показать, что купила. Хотела я купить это, знаете что? Черешню. Что-то не было черешни. Давай придем. Черешня. Ну, придется в овощной идти еще. Так, вот это у нас фаналс. Просто покажу вот уже, как тут шикарно цветет. Вот это дерево тоже просто шикарно цветет. До сих пор эти стрельба у нас Сан-Хуан вчера был. До сих пор грохот. Птички поют. В общем, как говорится, где война, а где это? Где? Блин, очки такие, блин, неудобные, все время с носа спадают. Ну ладно. Где война, а где люди отдыхают. Ну, вот так вот жизнь устроена. Это у меня так кондиционер шумит. Так. Я просто вам покажу, что я купила на 50, ну, почти 6 евро. Вот это вот яйца. Они, кстати, подешевели. Они 2, 2 и 10, по-моему, взяла. Это, ну, как 4 евро стоило, так и стоит. Это молотый кофе. Вот. Так, это семечки евро 20. Это вот 3,52. Это 2,99 каждая. Ну, это фарш такой смешанный. Это евро 99. Ну, это примерно 2 евро тоже, видите, вот варенье. А хлеб 43 сантима. Кстати, хлеб не подорожал. Они не разрешили, чтобы он подорожал. Вот сейчас остальное еще достану. В общем, я сразу скажу, что Консум у нас не дешевый магазин. Вот смотрите, такие цены.
Конфитюр где сколько стоит, не помню. Так, видите, 2,20 яйца. Вот 6,10 вместе это 2. Что это? Карне пикадо. Фарш. Так, ультима. Так, это корм 5,95. Корм. И второй корм 6,49. Ну вот единственное, что вот, ага, здорово, почти на евро подскочили, это корма для животных. Вот это да. Ну вот, корма для животных сильно, почти на евро подорожали. Напитки, вот это вообще 99 сентимов стоит. Ну это, вы знаете, это как бы лимонад. Лимонад. Ну, жара такая, без сахара взяла, то что кисленькую водичку попить. Можно, конечно, самой сделать, но мне неохота. Это отбеливатель. Он 2 с чем-то стоит. 2,90, что ли. Ну, хорошо, слушайте, так здорово. Белое белье здорово так отбеливает. Там по инструкции наливаете. Вон бланкура синротура. То есть не портит это. Как бы ткань не разрушает. Я попробовала, мне здорово нравится. Ну вот, молоко почти 3 евро стоит, 2,90 что ли. Ну это 2 литра тут, видите. 2 литра молока. И вот я такой стиральный порошок всегда беру. Тоже такой хороший, 4 с чем-то стоит. Вот. Так хорошо, вот цветной стирает, не портит. Как бы цвет сохраняет. Ну, я не знаю, сколько уж прямо, лет 5 уж, наверное, им пользуюсь. Ну, вот это на сколько стирок? На 15 стирок. Вот тут. Ну, все, вот я вам показала, как бы. Ну, хлеб показался, показала. Ну, просто я хожу так, это по чуть-чуть. Беру то, что надо. Сейчас, понимаете, все работают, все на работе. Так, смотрите, как я вырядилась. Наверное, не видно. Вот у нас сегодня праздник продолжается. Настоящая каталанка. Прямо как тю. Вот каталанки такие ходят на праздник. Я тут полностью уже интегрировалась.